Известная своими противоречивыми высказываниями, Динара Егеубаева идет на отчаянный шаг и пытается привлечь к себе внимание. Здравствуйте, я Динара Егеубаева. Здравствуйте, я Динара Егеубаева. Здравствуйте, я Динара Егеубаева. В целях заполучить расположение западных грантодателей, Егеубаева публикует противоречивые посты в социальных сетях, где жестко высказывается о беззащитных детях, пострадавших в ходе военной операции. Странным во всей этой истории является то, что взгляды Динары меняются молниеносно. В начале своей оппозиционной деятельности Егеубаева призывала быть гуманными и блюсти демократические ценности. Свою работу я все-таки считаю очень важным, и то, о чем я говорю, мне кажется, тоже важно не только для меня, но и для всей нашей страны. Однако спустя время она радикализировала свои взгляды. Не являюсь представителем тех, кто вышел тогда в основном на митинги. Я не маргинал. Напомним, что на фоне ухудшения здоровья, испорченным отношением с коллегами и слабой связью с родным сыном, Динара буквально слетела с катушек и сеет антинародные взгляды на публику, не брезгуя ничем ради выгоды. Мне нечего вам рассказывать. Интересно, чьи карманы обхаживает Егеубаева, чтобы дальше вещать деструктивные идеи против казахстанского народа?